Президент хоккейного клуба Сергей Елинцев вручил памятный приз легенде болельщицкого цеха Ульяновской Волги Евгению Ивановичу. Вот этот корешочек получает книгу номер 121. Пожалуйста, просим на сцену. Представьтесь, пожалуйста. Марина Волкова. Итак, первый приз в сезоне 2015-2016 года вручается Марине Волковой. И очень спортивным шагом обладатель приза направляется главному тренеру Ульяновской Волги Вячеславу Евгеньевичу Мартасу. Партнеры 36-го чемпионата мира по хоккею с мячом, который состоится 31 января.